защитник сирых и убогих. Не наемный палач. Я ведьмак. Акунам от это всем, кто смотрит данное видео вместе с нами. С вами Пумба, игрок канала Тимми Пумба и Нал. И чё, я всё напродавал, вроде всё сделал. Всё, пошлите, давайте. Эликсир у меня есть, чертежи у меня есть. Эта фигня, я не знаю, надо, не надо. В общем, надо, всё, всё мне надо. Кстати, погодите. Да, ловушку мне главное сделать. Так, и здесь, наверное... Чё такое, Эрден? Чё делать, Эрден? Все, все. Что это я сделал? А, это типа место ловушки. Понятно, ну, прикольно. Ладно, понял. Так, ну что, пошлите. К ней. Кейран. Ну да. Открыть. Здорово. Вот он я. Блин. Нет, я не тут. Пардон, прости, я мимо зашел. Ну чё, Шалок, здорово. Я надеюсь, сразу что битва не начнется, а то я не готов. Чё тут у тебя? Ух ты. Аккуратные записки. Ну-ка, что там у тебя за аккуратные записки? Не туда зашел. Аккуратные записки. Заметки Шалады Тансервиль о Кейране. Без сомнения, это Кейран, то самое существо, о котором говорится в отчетах прошлых лет. Выбор книг у местного книжника оказался удивительно богатым. Я провела некоторые наблюдения на местности, читающих гораздо крупнее, чем я полагала. Скорее всего, я с ним одна не справлюсь. Разве что изучу вопрос более основательно. А на это нет времени. Ведьмак? Чего, ведьмак? Я тут, ведьмак. Здорово. Ведьмак, я ждала тебя. Да, привет. Нам предстоит убить монстра, который способен утопить целый корабль. Да, как вам это дело? Боишься? Ну, не, нет. Нет. Но лучше выманить его на берег. Предоставь это мне. Ладно. Хорошо. Мне не терпится взглянуть, как ты будешь его выманивать. Уж я постараюсь, а вся слава достанется тебе. Ладно. Слава? Ты будешь убивать его на берегу. А ты что делать будешь? Так. Спросим. Я ожидал встретить тебя у Лореда. Да. А я наоборот была уверена, что ты там появишься. Комендант болезненно ревнив ко всему, что касается его маленькой фактории. И? Поэтому рано или поздно каждый попадает к нему на ковер. И чего он от тебя хотел? Это мое дело. Тебе этого знать незачем. Мы не команда, Геральт. Мы просто убьем Кейрана, и все. Понятно. Да. Что это такое? Выглядит впечатляюще. Это мониторы. Мегаскоп. Она снимает. А, ну вот. А что он делает? Мегаскопирует. Он позволяет выполнять массу сложных магических операций. К примеру, связываться с другими чародейками. А зеркала что, нет? Давай. Если мы будем работать вместе, нам надо познакомиться поближе. Понятно тебе. Ты так думаешь? Ну, давай познакомимся. Ага. Так. Ну-ка. Золтан сказал мне, что ты давала ему какую-то работу. Да, что это твой за работа? Твой приятель Краснолют знает толк в камнях. Он помог мне починить мегаскоп. Понятно. Чтобы бриллиант правильно фокусировал свет, огранка должна быть очень точной. Трис утверждает, что Кейран создан магией. Так, нет? Она права. Да нечто ладно. Настолько огромное не смогло бы возникнуть в этих водах само по себе. И кто его призвал? Похоже, это последствия какого-то неприятного эксперимента. Тварь стремительно растет. И, видимо, так же быстро состарится.
Ну да, и лет 10 осталось. Давай. Ты узнала, откуда взялся Кейрон? Да. Даже не пыталась. Ты знаешь, что его создал чародей? О, а я там курсе. Догадываюсь. И что с того? Я должна чувствовать себя виноватой? Ну так-то Извиняться за какого-нибудь безумца? Не собираюсь. О. А ты откуда знаешь, что это чародей? Не знаю. Просто предположил. Попалась. Он позвал. А, все, больше нельзя, да? Ладно, я готов. У меня есть все, что нужно. Пойдем. Отлично. Идем. Стоп, погодите. В смысле идем? Стоп. Ты готов? Мне кажется, или ты накрасилась? У всех свои ритуалы. Прекрасно. Мне очень жаль, но кейроны не различают цветов. Закроем эту тему, Геральт. Пора вытаскивать чудовище из воды. Ладно. У тебя есть какой-то козырь в рукаве? Мне У меня всегда припрятан туз. Не дай себя сожрать, и скоро мы станем героями. Не дай себя сожрать. Твоими бустами. Как Иди ты это... вниз. Я останусь на мосту и вытяну тварь на берег. Будь осторожнее. Даже на суше она очень опасна. Ладно. Что-то такая умная-то. Помогай давай. Я один не справлюсь. Так, мне надо ловушку поставить. И... Что-то еще надо. Зачем я Ирдента взял? Мне Ирден нахрен не надо. Мне Иг не надо. Хотя... Вообще, по сути бы... стоп, погодите. Все, я понял. Так, давайте сохранимся, а то я чувствую, я тут подохну. Не раз. Потому что я не знаю, как с ним драться. Так, медитация. Все, поехали. Эликсиры. Начали жрать. Мне нужен... Ожог, кровотечение, травление. Нахрен надо. Грач. Урон плюс 10. Неплохо. Зелье Петри. Дополнительный урон знаков. Неплохо. И Волга. Ну вот это, кстати, неплохо. Ласточка. Так. Это точно надо. Алло. Мангуст. Так. Филин. Это тоже надо. Все. Выпить. Что поделать? Мне все это надо. Отлично. Опа! Опа, как мы умеем. Все, погнали. Сейчас мы победим его. Все. У меня 10 минут. 10 минут на то, чтобы его удалить. Хрен знает, я вообще смогу, нет. Мне нужны еще. Нет, не кошка. Где эти? Урон плюс 20. Ну чё, погнали? Фух. О. О. Ну нахрен. Я не готов. О, игра сохраняется, спасибо. Делать. Воу, ты чё, барьер? В смысле, ты зачем меня заперла-то? Алло, слышь? Чё это она сделала? Она молнией, что ли, сейчас фигарнет воду? Я не готов драться. Она реально молнией сейчас фигарнет воду. Или в меня. А можно мне кого-нибудь еще? Я не хочу в одного драться. Она реально ползает, по-моему. Что ты, дышки больше становишься? Ебать. Вот это хрень.
Я не Джек. Может, ты сам все убьешь? Иди нахрен. Воу. Что делать с тобой? Воу. Блин, попал. О, что-то желтое. Что это желтое? Что тут стоять? Блин, я не заметил. Воу. Что ты орешь-то? А-а-а, Ирденом. Спускайся, Лисова. Типа вот тут надо. Используй нас! Поймай его, Ирденом! Ай да блин, я понял. Я забыл, на какую что делать надо. Нахрен, нахрен. Фу, одна слушает, что работало. А, мне надо щупальца убить. Где еще такая щупальца? Вон, я понял. И что мне делать теперь? Иди в жопу. Вот еще один. Воу! Что-то он сломал. Что делать? Вон еще щупальца. Би-б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 и
Осторожно! Он сбежится! Да вот ты пошел в жопу! О! Я тут впереди. Ой, блядь, чё? Что делать? Что-то мне мозг показывает. Неспроста. Так, бьет он спереди только сейчас. А мне не пройти. Алло! Блин. Фух. Понятно, надо вот... Спасибо, тётка сказала, что делать. Да не то! Отлично! Бей его! Бей! Бей скотину! Что делать дальше? Нормально? Еще одна лампа осталась. В смысле? О, чё это? А чё он хочет? Воу! Иди в жопу! Жопу.
муха. Давай, долби. Да я понял, я не успел прыгнуть. Что делать? Так, отрубил все, да? Как я понимаю. И... все, на, нахрен. Что еще осталось? У него жизни что-то вообще не осталось. Что еще делать надо? Что еще делать? Он сейчас вырвется! Куда? Что делать? Что мне делать? Что делать-то? А-а-а-а. Понял, долбить. А, вот в чем дело. Ой. А, хватай его. Давай, 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 давай. Да блин, не успеваю, прикинь. Надо с той стороны, короче, стоять, потому что времени чуть не хватает. Ты куда-то собралась? Дорка! Исключительно, он так-то и сюда убил, но у него лап нет просто. Так. Би-би-би-би-би-би-би. Ну да, вообще шикарно я побил. Я вообще не понимаю, что надо делать. У меня плохо получается. Долбить. А я пока... Воу, слышь, попал, прикинь. Давай. Да блять, какого хрена? Я не успеваю физически. Бей, 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 давай. Меня насрать еще куда-то отобьешь. По мне ты не попадешь. Вроде как. Меня чуть не дожимается слегка вообще, вот, серьезно. Может и всюду начать атаковать? Прям вот. Давай! А в смысле? А, понятно, не получилось. Как раз. Быстрее! Он сейчас вырвется! Не попадешь ведь? Ну да, я постою, подожду. Я нормально, я ведь пока. Долблю, капец, как. Вообще не понимаю, что происходит. Короче, как я думаю, мне надо это делать за кадром. Я сейчас такой поражусь. Она заколебала меня. Он вырвется, вылезет. Я рад, что он вылезет.
пальто. Ну, это понятно, эта штука на нее есть. Ладно. Так, делаю паузу за кадром. Я пробую за кадром. Все, понял. Как получится, записан, включу. Блин, в смысле? Вы видели? Я ж его... Сейчас качество картинки, конечно, упадет. Дело в этом. Что поделать? Это единственный шанс, как я понял. Я на самом деле не качество картинки, я просто разрешение поменял, и все. Слышь, ты что мне бьешь? А ты что? Передняя-то лапа, алё, я стою так для боковой. Разрешение вроде как получится вот из-за этого. Хотя я крышку не менял, среднего так и ставил, а вот. Ты куда-то собралась? Ты меня заколебала. Ну давай, 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 давай. Пробуем. Ну да, получится того дела. Что теперь делать? О, отлично! Что, я теперь могу его убить? В смысле? Что теперь делать? Ну да, наверх заползать. Пальцами он бил. Ты не лезешь? А, вот, да, тут и прошел. Ах ты, спасибо. Ты, блядь, ну ты чё? Я, короче, пройти тупо не могу. Что делать-то? Что это? Ух ты, я что-то забегал в него. Капец. Уж извините. Иначе я тут вообще... Здравствуй. Что делать? У нас получилось. А, все? Неплохая битва, Геральт. Все, что надо было. Ты как? Нормальная. Все хорошо. Со мной все в порядке. Да, понятно. Я потратила много сил. И если бы мне пришлось тебе помогать... То что? Меня учили обрабатывать раны. Одна чародейка. Чего мне бояться? Вот именно-то. Ну да. Ты, как любой ведьмак, изображаешь из себя скалу. Ой, да пошла ты, серьезно. Да, давай. Я и представить не мог, что он будет такой огромный. Трис угадала. Эта мутация вызвана магией. Угу. Ну, за работу. Я возьму только лучшие части. Ах, нехорошо столько всего оставлять. Это расточительство. Ну, что поделать? Тогда до встречи. Да, пока. Не забудь о награде. Не беспокойся. Угу. Давай работать. О, это было жесть. Все, короче, я на этом прощаюсь. Меняемся обратно. Всего хорошего, удачи.